Солевая картошка по-питерски от Лазерсона. Картошка не по-канарски. Интересно, что за канарски. И, соответственно, деревенская. Там. Да и все, в принципе. Погнали. Как делать бутерброды, как приготовить яичницу. А сейчас мы будем смотреть, как сделать вареную картошку. Дорогие Погнали. Друзья, Зона Лазерсона с вами. Сегодня абсолютно такой вегетарианский рецепт. Ну, я вам... Последние видосы были по Юлии Высоцкой. Извиняюсь. По Юлии Высоцкой. И я немножко соскучился, да, поэтому чертяки. Лазерсончику нашему, Илье Исаакиевичу, уважаемому. Сказать вот что. Вообще вегетарианство штука сложная. Там есть разные типы вегетарианств. С вашего позволения, я мотну это. Я правда, я захожу на ролик с готовкой, хочу посмотреть, как еду готовят. Простите, пожалуйста, не, ну меня, простите. Можете меня осуждать? Так называемый бэби и... Осуждаем. Ну как же без пиздежа Ильи Исааковича может жить-то? Про всякие рассуждения, про жизнь, про вот это все, про вегетарианство и все остальное, ё-моё, вот это все. Так, бэби-картофель, ага, знаем такой. Бросаю ага. Ее в... Ее или его? Да что за фигня? Кастрюльку. Давайте по... Сколько я сейчас сюда положу соли, потому что для создания солевой корочки на картошке... Вы когда-нибудь такое слышали? Солевая корочка. Это что-то из Петербурга? Солевая корка, образующаяся при высыхании соляных озер. Ты про эту соляную корку-то говоришь? Вот про эту соляную корку подумали некоторые, наверное. Но он-то картошку-то закидывает в сотейник, чтобы варить. Вот в чем дело. Для создания солевой корочки... А что там было за курица с солевой коркой? И такая. Впервые вижу такое блюдо, честно говоря. Интересно, картофель с солевой коркой. Опять Илья Исаакиевич будет как-то, как скажем, как правильно-то? Не фантазировать, репетировать. Слово опять вылетело из головы. Когда еще актеры о себя тяну, так сказать, несут. Мандражировать. Блин, запыл. Прям на языке и не выходит. Корочки на картошке. Солевая корочка. Не соляная, а солевая. Ее надо варить в очень соленой воде. Штучек... Ну, штучек 15. Зачем считать-то, блядь? 15, может быть, 16. Если по весу, то это может... Ну, короче, может примерно быть. Где-то около, где-то что-то. Я, собственно, гадалка нахуй, а не шеф-повар. Чего вы от меня хотите? 400 граммов. А потом мне говорят, что ты докапываешь? Может, там 700 граммов, там картошки все-таки немало. Каждый граммовки. Бэби. Да ему вообще досрать. Да, он да. Даже картошку не считал. Стакан соли, чтобы вы видели, да? Я сейчас сюда не весь стакан, но две... Я стакан соли, чтобы вы видели, но я не весь стакан. И третий стакан добавлю. Вот. Осталось чутка. Для быстроты залью горячую воду. Ага. Из чайника. Ага. Я думал, из кармана. Задача просто сварить картошку. Ага, отлично. И не, но справедливости ради... Да, правильно уточнил, что из чайника. Может, у него кастрюлька была с горячей водой уже приготовленная. Хотя она бы там, наверное, стояла где-нибудь. Или из этого, из кулера. Кулера. Почему я сказал кулера? Из кулера. Или этого термопода. И пересолить, как мне кажется. Да. Опять же, кстати, если она пересолится, мы никогда об этом не узнаем, поэтому забейте, ребята. Да, сварите просто обычным способом. Вот и я включаю плиту. Я такую картошку очень люблю. Я только варю большую картошку в солевой корочке. Во-первых, смотрите, соль всегда вынимает влагу из продуктов, верно? Картошка, сваренная в очень соленой воде, она для меня вкуснее, потому что она менее влажная. А что у вас в кадре сейчас сверху было? Это объектив заляпанный или это... Она даже где-то напоминает чуть-чуть печеную. Объяснее, потому что она менее вот влажная. А что у вас в кадре? Не, мне кажется, там какой-то угол этого шкафа. В кадре сейчас сверху было. Это объектив заляпанный или это... Она даже где-то напоминает чуть-чуть печеную картошку. Но самое классное это то, что после варки в процессе испарения влаги из этой картошки на ней
появляется тончайшая солевая корочка. А, то есть он сейчас будет выпаривать всю воду. Все, я понял. Невероятно украшает вкус картошки. На Канарских островах, ну, они пошли дальше. Они такую картошечку макают в специальный зеленый соус. Кстати говоря, этот соус подходит для целого ряда блюд. Для рыбы, ага, для мяса. Он такой вот универсальный. Отличный, да, вот, универсальный, пожалуйста, соус. Примите от меня с любовью, друзья, этот самый соус Мохо Верде. Илья Исаакович, я с любовью принимаю солевую картошку. Никогда про нее нигде не слышал. Вот сейчас все о ней узнают, но мне кажется, огромное количество людей сейчас о ней узнали, потому что я реально тоже впервые слышу. И вот сейчас мы будем смотреть, как эту солевую картошку сделать. Может быть, кстати, ну, видос снимать не буду, по приколу сделаю для себя дома, посмотреть, что это и как. Интересно. Но только солевую буду делать. Соляную-то не надо. Ну, это мы осуждаем на всякий случай. Там придется просто, если солевую картошку делать, то нужно будет, так скажем, ходить по всяким интересным местам, искать, так скажем, клад. Клады искать по пиратски, естественно, по картам, чтобы была именно солевая картошка. Я тоже впервые слышу про такой рецепт. Настоящее питерское блюдо. Верде это зеленый. Мохо это, наверное, соус. Посмотрите, картофан закипает. Ну, я начну приготовление соуса мохо. А зачем он закрыл картошку крышкой, если надо воду выпаривать? Это интересно. С подготовки зиры. Так можешь не обязательно выпаривать. Спасибо. Или Сакич? Вот, я смолол. Все, чай заварился. Вот у меня измельчитель, ребята, стоит. Значит, ну капельку соли я все-таки сюда дам. Ведь картошка, блядь, без солевой этой самой, сам улыбается. Картошке будет солевая корочка, но она такая не будет дико толстая и агрессивная. Вот у меня жгучий перчик, зеленый, потому что соус Верде зеленый. Это Антон Верде Форте убивает тот микроб в горле. Это солевая картоха. Жгучий зеленый перчик. Он не такой жгучий, поэтому я добавлю достаточно много. Тем более, вы же знаете, что на своем острие перчик всегда менее острый, чем ближе к плодоножке. Чеснок. Я возьму два. Кинза. Вот это принципиально. Холодным готовится и холодным употребляется. И холодным выходит. Прежде чем выжать лимонный сок из лимона, немножко возьму цедры. Вот у меня такое есть. Видите, цедровая насадочка на экономку, на овощечистку. Хорошая насадочка, классная, всем рекомендую. Из лимона сок, если выжать, то потом цедру снять тяжело. Поэтому цедра всегда снимается еще с лимона. Что с ним случилось? Он пользуется логикой? Что? Который... Я рад, на самом деле. Не подвергался, так сказать, выживанию. Пока не радуйся, не радуйся. Тут рецепт интересный с солевой картошки. Если он это блюдо сделает нормально, как мне кажется, это будет самое нормальное блюдо, приготовленное на его канале, которое я смотрел. Зернышек нету, я через... Ой, не загадывай, Джей. Ой, я что-то сомневаюсь как-то. Сито могу не выдавливать, а прямо так. Лимонный сок. И теперь можно добавлять уже... Как вы думаете, какое масло сюда пойдет? Рекламное, блядь, какое еще-то. Но да, я не настаиваю. У меня-то есть оливыч. Вот добавляю оливковое масло, чтобы получить, да, такой вот соус. Я, может быть, добавлю потом еще. Странно, реклама это или что? Ну, он отвернул теперь эту этикетку от камеры. Может быть, и не реклама, кстати, но такая. Типа интеграция, но за которую немного заплатили, возможно. Потому что он отвернул. Почему он снова не поставил его в камеру? Вопросы, вопросы. Теперь я хорошенько хочу попробовать этот соус на этапе разбивания, потому что это ведь не только разбивание соуса, но еще и его активное перемешивание. Поэтому если чего-то здесь будет не хватать, я могу добавить сюда и снова включить машинку. Относительно соленый он должен быть. По чесноку хорошо, по кислоте хорошо, по соли хорошо. Чё у него в камере наверху? Оператор, попробуйте открыть глаза. Жгучести не хватает, но вы сами... Или это такая творческая какая-то приколюха? Можете регулировать его, можно делать и не жгучим, если вы не любите, да? Это уже дело хозяйское. Я немножко добавлю, да, вот так вот еще с семенами, да, чтобы остринка в семенах часто... Ну что, вот с этого ракурса здесь ничего нету, значит там полка просто, там же шкафы висят. Центрировано, кстати. И еще раз пробью. Вот, я думаю, достаточно. И теперь соус готов. Есть подозрение, что он воду, короче, не будет ждать, когда она выкипит. Он просто сейчас ее сольет. Вот что я хотел сказать минут пять назад. Он просто ее сольет и
сделает вид, что вот смотрите, вот соляная корочка. Солевая, извините, корочка. А мне кажется, должно быть иначе. Должна вся вода выкипеть, чтобы та соль, которая была в той воде, которую он якобы, ну, наверное, я не знаю, может быть, вылит, чтобы она осталась на картохе и реально стала коркой. Начнет покрываться. А как это получится? Вот той самой. Интересно, там, там какой должна быть концентрация соли в воде, чтобы оно все это выкипело. И на картошке конкретно, не на стенках, там, не на дне кастрюли образовалась корочка солевая. Солевая. Я не знаю, честно говоря, какой там, сколько нужно соли-то, чтобы прямо было видно кристаллы. Что же должна быть солевая корка, прям, чтобы видно все. Моей солевой корочкой. Так что немножко подождем. Прошло пару минут, может быть, картошка еще не готова, я сейчас ее проверю. Сейчас я пока переложу соус. Он закрыл крышку, он не собирается выпаривать воду. Теперь я сливаю картошку. А вот смотрите, техническая тарелка. Вот она начинает остывать. Смотрите, мгновенно, да? А он реально, получается, всю воду слил. Вот Лена пишет, напомню, человек, который конкретно ел эту картошку в той самой стране. Она говорит, он сделал неправильно. И я тоже логически смотрю, это странно. Именно поэтому он соус подсаливает, потому что картошка толком-то соленой-то и не будет. Это сухой и покрыто тончайшим налетом соли. Я думаю, что это сейчас определенно заметно, верно? Да, это заметно, это видно, но это не то, что должно быть, как мне кажется. Ну да, это и не думаю, что это тончайший слой, это соли конкретно. Это скорее просто картошка, которая подсыхает. И что-то там типа какого-то налета образуется из-за этого, из-за остывания. Я вообще ничего такого не вижу, честно говоря. Это херня. Херня просто, ну, зря ты, Джей. Решил похвалить Илью Исакича. Поспешил, поспешил. Кажется, это мало соли. Это шикарная штука. Картошечку я сейчас подам мисочке, но я хочу закрыть ее кусочком пергамента. Она запеченная, как бы в кастрюле, она вся сморщивается. И мне тоже кажется, что она должна так и быть. Типа как будто бы прям запеченная. Все это неправильно, она должна прям дышать солью. Колоритно. Я сделаю кружок из пергамента, выложу картошку. Зачем? Просто собственно, как подача. Поставлю вот так, и рядышком могу поставить вот так вот соус мохо верде зеленый. Картошка в солевой корке. Это, конечно, похоже, это не бэби картофель, но здесь отчетливо видно солевую корку. Да. А вот именно это конкретно картошка по-канарски, вот именно которая должна и быть. Какая вот мощная. Она, в соли. Ну вот я про это такое типа говорил, или как предыдущий вариант. Картошка показательно видно. Или такой, типа, здесь, правда, я не знаю, как они этого добились. Наверное, все-таки макали ее конкретно в соль, эту картошку. То есть, я не уверен, что можно сварить вот так, не похерить кастрюлю из-за соли. Солевую корку. А вот именно это конкретно картошка по-канарски. Вот именно которая должна и быть. Вот она, в соли. Ну, да. Да, она сморщенная, как будто печеная. Я так понимаю, именно такой она быть и должна. И фишка в том, что если у Лазерсона картошка выглядит не так, как она должна вот выглядеть, как на фотографиях, значит, это ни хрена неправильный рецепт и ни хрена неправильное приготовление. Вот еще вариант картошки, сделанный по правильному рецепту. Вот такое представляется в голове, когда думаешь, соляная корка на картошке прям. Вот еще картошка вроде как по-канарски. Лазерсон, короче, как всегда в своей манере. Вроде как бы сделал и вроде не так. Но при этом вот, пожалуйста, картошка по-канарски я могу. Знаете, как будто он где-то в интернете свои видосы... Он свою вариацию сделал, как обычно. Ой. Господи, забыл, блядь, как... Вот не могу не вспомнить это слово, когда актер на съемочной площадке прямо на языке вертится, вот, блядь, постоянно такое происходит. Почти не репетируют, а придумывают свое отсебятину вот эту. Прямо вот почти. Вот прям один нейрон сейчас с другим соединятся и вспомнит. И дадут мне в рот вложат это слово.
Черт. Планирует по рецептам каким-то текстовым и не знает точно конкретно, как быть должно. И просто вот, ну, я могу, я вот налепил. Что ж, завидуйте мне. Потому... Да, завидуйте. Когда вы не знаете, как конкретно правильно приготовить, делаете что-то похожее и выдаете это, блядь, с таким серьезным лицом, мол, типа, вау, смотрите, классно. Особенно классно, блядь, смотрится вот на этой большой тарелке для хинкали, как мне кажется, вот этот вот перекошенный соусник. Импровизация, экспромт, точно, блядь. Импровизация. Импровизировать. Вот. Зерсон, он импровизировать любит. А, вот слово. Ничок, из которого того и гляди, сейчас что-то выльется. Охуительно удобно. Вот мне бы принесли такое в ресторане, я бы посмотрел на официанта и сказал, а что это? Я сейчас на ваших глазах по-канарски попробую. Она картошка, может быть, еще... Тихо, тихо, смертельный номер. Лазерсон пробует. Это, блядь, большая редкость. Реже только Высоцкая что-то пробует в своих видео. Хотя нет, не так редко, но она это нахваливает. Вспоминая предыдущее видео с рыбой, вареной в газете. Это пиздец. Ну, мягчайше, ну, блядь, конечно, там рыба-то красная. Естественно, она там проварилась в этом, в зелени, и она будет мягчайшей. Речевато, но я сейчас ее... Офигеть! Илья Сакович в какой-то веке пробует еду, да, которую приготовил. Это какой-то нонсенс. Это неправильно, не нонсенс, это неправильно, Илья Сакович. Что? Лучше разрежу пополам. Вот она, видите, мягонькая. Я вот так смачно сейчас бы беру. Это же, блядь, бэби картофель. Это маленький, и он явно ранний картофель. Скорее всего, почти наверняка. Свежая картошка, которая не лежала где-то полгода на складе. Конечно, она там, пока ты готовил соус, проварилась нормально, она, естественно, мягонькая будет, вкусная, все равно. Рукой. И вот так вот, видите? И вот так вот, прям пальцами туда. Да. Солей побольше. Mm. Я уверен, что это вкусненько. Но есть подозрение, что едят ее не по такому принципу. Ну, немножечко по-иному, скажем так. Как ложка, Лена, например, пишет, ее давят. И вот ребята после такой картошки... И едят. Картошки. Давят и едят, давят и едят. Едят и давят. Без рыбы, без мяса и даже без птицы хочется стать вегетарианцем. Я бы даже сказал веганом. А, видимо, эту телегу он вначале задвигал, которую мы пропустили. Так что, друзья мои, я люблю всех. Я люблю тех, кто ест мясо, птицу и рыбу. Я даже люблю тех, кто ест сало. Что значит «даже люблю тех, кто есть сало»? Это что, он намекает на украинца, что ли? Даже люблю тех, кто ест сало. Осуждаем такое, осуждаем. В смысле, даже? Типа, для тебя это как бы вроде не люди, но я их все равно... Что? Веганов я люблю. Ова вегетарианцев я люблю. Если бы ты их любил, ты даже бы слова не добавлял к своему повествованию. Лакта вегетарианцев я люблю. Ова лакта вегетарианцев. Всех люблю. И думаю, что кое-кто из вас любит этот канал. Подпишется. Не смотрите на халяву. Подпишитесь. И ставьте даже вегетарианские лайки. Вы знаете, чем отличается вегетарианский лайк от обычного лайка? Я тоже не знаю. Давайте подумаем вместе. Пишите в комментариях. Всего доброго. До встречи на зоне. Пока-пока. Пожалуйста, без зоны только. До свидания, да, Илья Сакич. Да. Конечно, Илья Исаакиевич в своем репертуаре, как всегда. Ой, блин. Вот. Что хотел сказать? Приятно вернуться к Илье Исаакиевичу. Как всегда. Как в родной дом возвращаешься. К этим реактам. Итак, всем спасибо за внимание, у меня есть Boosty, там я всякое смотрю, у меня есть телеграм-канал, там я всякое пишу. Все ссылки в описании, до скорых встреч, всем пока.